Ну а вот вам результат самостоятельной чистки игрового ноутбука MSI GF65 самим владельцем. Неплохой такой урожай получился микросхемы чипов. Всем привет! Значит, смотрите, написал человек из города Оренбург, говорит, что у него есть ноутбук MSI GF65. Поставьте на паузу, чтобы почитать с чувством с толком с расстановкой. Ну а я вам вкратце сейчас расскажу. Вот есть такой ноутбук, он решил его почистить, забыл сдернуть аккумулятор. Вот, а когда все собрал, то он не включил. Визуально обнаружил, что у него выгорела какая-то микросхема возле разъема шлейфа матрицы. Он отдал одному мастеру, тот заменил микросхему. Почему-то у него все на все про все заняло целый месяц. Но это не помогло. Вот, потом он отдал другому мастеру, который, посмотрев ноутбук, сказал, что ноутбук ремонту не подлежит. Легче купить новый и нужно менять плату. Да, и еще вот клиент говорит, что... Вот у тебя было уже похожее видео, вот под такой-то ссылкой, вот здесь она будет. А, вот, наверное, там то же самое. На самом деле, я не знаю, чем думал клиент, потому что, если вот верить комментариям, то я настолько хреновый мастер, что я даже, в принципе, не могу поставить винду на жесткий диск с бедами, а он мне вот после таких вот серьезных ребят и с такой серьезной неисправностью отправил ноутбук на ремонт. Не знаю, что из этого получится. Ну, давайте посмотрим. Ноутбук прислали в полной заводской упаковке. По наклеечке на торце коробочки мы видим, что это модель MSI GF65-10UE или MS16WV2. Это очень популярная моделька, а данный экземпляр еще и в самой жирной конфигурации. Здесь и Core i7, GTX 3060, 16 гигов оперативки, SSD-шник на 512, ну и конечно, IPS-экран с частотой 144 Гц. Ой, как он бережно упакован в домашнее полотенчико. Под полотенчиком еще одно полотенчико. Как мило. Ну и собственно наш страдали с каким-то пакетиком, похожим на... ну, просто похожим. Приклеим сопроводительную записочку к крышке, чтобы не потерялось, и начнем работать с аппаратом. На этапе раскручивания винтов ничего интересного не обнаружил, а поэтому сразу приступим к визуальному осмотру системной платы. Сразу замечаю отсутствующую микросхему питания матрицы. Далее еще одну мигруху возле аудиоразъема, скорее всего это аудиокодек. На обратной стороне имеется поврежденный разъем клавиатуры, который на скорую руку попытались починить, и что-то мне подсказывает, что это не владелец сделал. Ну а так, в целом состояние платы очень хорошее. Вмешательство было минимальным, а это не может не радовать. И так как здесь неисправность связана с перетыканием шлейфа матрицы без отключения аккумулятора, то произошло как обычно. Напряжение с аккумулятора, которое составляет порядка 12 вольт, попало в 5-вольтовую цепь через ту самую отсутствующую микруху возле разъема. А это значит, под удар попало все, что запитывается от 5 вольт, а это много чего. Например, контроллеры питания видеокарты. А давайте их сразу проверим. Эти микрухи запитываются через 2 умные резисторы. На шим питания этот резистор не прозванивается, и это значит, что он в обрыве, а сама шимка в КЗ. Далее то же самое промеряем на шимке питания видеопамяти. И тут все аналогично. Резистор в обрыве, а сама микруха в замыкании. Кстати, аудиокодек тоже запитывается от 5 вольт, и скорее всего он тоже тропик, поэтому его и отпаяли. В принципе, вроде все, что обычно выгорает по 5 вольтам, сейчас отключено. Резисторы на шимке прогорели, а звук выпаян предыдущим сервисом. Но при замере 5-вольтовой линии дежурки в ней обнаружилась проблема в виде заниженного сопротивления. Это еще не КЗ, просто оно было занижено. И составляло там порядка 100 Ом. Решил по-быстрому отыскать, что садит эту линию. Припаял провод и сейчас подам туда около 1 вольта и будем смотреть в тепловизор. Ага, вот он красавчик, это шим питания процессора. Он тоже запитывается через резистор, но здесь он не прогорел, поэтому, чтобы отрезать его от 5-вольтовой линии, просто сдвинем резистор, тем самым разомкнем цепь. Теперь еще раз замерим 5-вольтовую цепь дежурных напряжений, килоомы, а как мы знаем, это нормально. И чтобы не оставить шансов для таких душнил а-ля «Вот есть аппараты, у которых в дежурках омы», я добавлю «Нормально для этого аппарата». Итого у нас на данный момент дохлые микросхемы питания ГПУ, видеопамяти и процессора. Почему на данный момент? А потому что мы еще не все промерили. В принципе, мы еще ничего не промерили. А вот теперь проверим цепи питания самых дорогих узлов. Питание видеоядра процессора в норме. Питание ядер процессора в норме. Питание логики процессора тоже в норме. Питание оперативной памяти. Также проблем не наблюдается. Сопротивление видеопамяти составляет 25 Ом. И для этой марки памяти это нормально. Сопротивление ядер ГПУ тоже похоже на нормальное. Сопротивление хаба также говорит о том, что он должен быть живым. И чуть не забыл промерить цепь питания 1,8 вольт.
А тут у нас полное КЗ, а должны быть килоомы, как на рабочем аппарате. Ну и если подать туда напругу, мы наблюдаем печальную картину. Греется уголочек видеочипа. Да, RTX 3060 – трупик, а это очень недешевый чип. Но с ним мы будем разбираться чуть попозже. Попробуем запустить ноутбук и проверить все остальное. А для этого нам нужно заменить шим-контроллер процессора. Благо у мастера с руками не с того места такая микросхема была в наличии. Включаем ноутбук. Запуск долгий, потому что я отключал батарейку к МОС. Соответственно, BIOS сбросился, и первое включение будет всегда долгим. Я думаю, вы уже знаете, что означает этот писк и моргание лампочки. Лампочки, блять, потому что это мой ролик, как хочу здесь, так и называю. Он запустился. Чтобы получить картинку на матрицу, необходимо запаять контроллер питания матрицы. Чем мы сейчас и займемся. Подсоединяем матрицу и включаем. Есть картинка. Это значит, матрица живая. А она, кстати, тоже часто выходит из строя при таких неисправностях платы. На данном этапе я уже могу практически полностью проверить ноутбук и сделать объективное заключение по неисправностям. Итак, сейчас для восстановления полной работоспособности ноутбука требуется заменить видеочип, микросхему питания ГПУ и видеопамяти, аудиочип. Озвучиваю клиенту полную стоимость ремонта, его она устраивает, я заказываю видеочип, а пока он едет, восстанавливаю его систему питания. Я уже заменил микросхему питания и выпаял чип. В проблемной цепи 1.8 сейчас килоомы, а было 0.1 ома, если забыли. Теперь можно включить и проверить наличие всех питаний видеочипа. Присутствует. Ядра ГПУ 0,76 вольт присутствует, питание памяти 1,26 в наличии. Все питания, которые необходимы для работы видеоподсистемы, поднимаются. Осталось запаять видеочип, и все должно заколоситься. Пайку я произвел за кадром. Как такому горе-мастеру и рукожопу удалось так красиво посадить чип, я не знаю, сам в шоке. Ну а так видеочип работает. Работает хорошо и без боев. Теперь осталось отмыть, почистить и собрать. Периодически вижу комментарии от диванных специалистов наподобие «вот мол MSI говно». Ломаются часто. И так действительно может показаться, ведь на моем канале MSI я ремонтирую чаще остальных. Но есть одна загвоздка. Почти все ноутбуки этого бренда я ремонтирую после вмешательства самих владельцев. А чё так MSI делает свои ноутбуки, что при замыкании полплаты выгорает? Почему нет каких-то предохранителей и защиты? Ну как нету? Вот же на каждом ноуте MSI есть кнопка для отключения аккумулятора с соответствующей пиктограммой. Об этом указано в инструкции к ноутбуку, но кто их читает? Поэтому если бы не рукожопость владельца, то и в ремонт они бы почти не приходили. Ну а это был очередной несложный ремонт ноутбука, который не смогли отремонтировать в других сервисах и со всей ответственностью приговорили его к мусорке. А починил его какой-то недомастер из шарашкиной конторы. Отремонтировал его довольно-таки быстро, и если бы видеочип не пришлось заказывать, то я бы его полностью починил, наверное, бы за 2-3 часа. А все почему? Потому что в сраной конторке даже чипов в наличии не держат. Поэтому вы абсолютно правы и обходите такие шарашкины конторки стороной. Мы потом сами к вам придем, когда будем покупать через Авито ваш сломанный ноутбук после того, как вы получили заключение от таких вот классных ребят-специалистов. А на этом у меня все. Не смею вас больше задерживать. Всем пока!